Все, короче, берем новую платформу для нашей дрифтовой команды. По-моему, нормально должна газовать. Сейчас будем примеряться и поедем сразу на старт, в гонку ворвемся. Короче, Пашку усадили работать, потому что он реально весь день ерундой занимается. Будет пластик перерабатывать. Давай. Ну давай, Паша, где твои сила в ногах? Днями спорта. Паша силовой пацан, сейчас он много пластика обещал переработать. Короче, пока 10 килограмм не пережуешь, Паш, обедать не будешь. Все? Жестко мы с Пашкой, короче, поступаем. Ну давай. Мы пока машины посмотрим. Смотрите, какой электрохиндай. Просто космос. Вообще, хочу заметить, что вот эта концепция, Майкаровская торгового центра, она прям топ. По периметру, по фасаду идут дилерские центры разных марок. Он на вторую линию с удовольствием сажает Subaru. Там вообще Land Rover сидит, BMW. И вот такой вот автоцентр. Очень круто, входная группа. И все вот так вот пошло. А это автомобиль с пробегом. И здесь вот новые бренды. Причем спокойно через, там с чем там, с Шинганом, с Хавелом в одной связке за стеночкой сидят. Там же BMW рядом с ними легко находится. В общем, очень интересно. Автомобиль с пробегом. Смотрите, как все красиво. Все по ценникам разбито. Видно, легко ориентироваться, хорошая навигация, спецусловия, предложения, дополнительная информация. Ну, прям круто. Там очень стильного, ребят. Это вот игрок номер один в Казахстане. Хотя я знаю, что есть компании, которые себя считают номер один, но это 100% по потенциалу, по всему остальному это топ, вообще топ. Серьезный, достойный конкурент, как говорится. И очень крутые ребята, очень позитивные, хорошо мыслят, открыто делятся всей информацией, как делают, собственно, почти все компании, которые не просто находятся на рынке и деньги зарабатывают, а которые меняют рынок, меняют стандарты, делают открытый бизнес. Вот. Это, кстати, вот один из вопросов, когда нам спрашивают, почему вы делитесь и все рассказываете, потому что мы тоже меняем рынок. Вот, собственно, то же самое делают Astana Motors, MyCar, молодцы. Мой респект, пацаны. Смотрите, как нас в Тойоте встречают. Вот это я понимаю уровень. О, вот это круто. Это хорошо.